Привет, с вами Владимир, компания «Лидер Нижний Новгород». Вы смотрите нас на канале «Лидер НН Лайф». Сегодня у нас на обзоре две вот такие крутые колонки. У нас сейчас действует новогодняя распродажа. Это RC15 от компании «Эльтроник» по 750 Вт каждая. Выполнены они из цельного листа фанеры. Толщина 10 мм. Вот такая крутая. Вот это все дело разборное. Штанга снимается. Динамиков их здесь на каждой колонке по 8 штук. Они снимаются. Их можно соединить по проводам, подключить к микшерному пульту. И производитель еще сюда встроил Bluetooth. А также эти две колонки можно соединить между собой без проводов по технологии ТВС. То есть их расставить можно в разные углы. И будет у вас стереозвучание, направленное как вы захотите. Высоту сами можете регулировать. Есть моменты, когда вы этим не пользуетесь. Штанга снимается, скручивается 8 динамиков, кладете под телевизор, сабвуфер стоит на полу. У вас получается домашний кинотеатр, саундбар. Стоимость одного комплекта 28 тысяч рублей. Старая цена 34 тысячи рублей. Скидка 6 тысяч рублей за одну колонку. Ну что, давайте посмотрим, как это все дело подключается и как оно звучит. Сразу скажу, что помещение у нас около 50 квадратных метров. Даже колонки Dancebox 500 ее хватает здесь за глаза. Мы сейчас попробуем сделать дискотеку. Нагоним дыма с помощью дымашин. Дымашины у нас также продаются. Также светомузыка у нас есть разная. Есть лазеры, есть диодные. Есть комбинированные диодные лазеры. Они все есть у нас на сайте. Ссылка на колонки будет в описании. Переходите. Если не находитесь, не можете разобраться на сайте, пишите в Viber, WhatsApp. По номерам телефонов, которые всплывают на экране, рад буду вам помочь. Ну что, давайте посмотрим на колонны поближе. Ну что, давайте на них поближе взглянем. Значит, здесь 8 динамиков. Их видно через сетку. Сетка не прогибается. Все сделано из фанеры. 10 мм. Вот толщину сами видите здесь. Потом идет штанга, ее можно убрать. Вот. Короб очень прочный. Динамики очень крутые, хорошие подвесы. 15 дюймов, 37,5 сантиметров. Ну, кто не смотрел видео, я повторюсь. Сзади все управление, подключение к микшеру. Подключение электроинструмента, отключение первой линии, второй линии. Можно одновременно все включить. Функция Bluetooth, функция эквалайзера. Очень крутая система. Вот подключение, отключение динамиков к сабвуферу. Давайте две колонны между собой соединим и послушаем, как они звучат. Что нужно сделать, чтобы соединить две звуковых колонны? Находим кнопку PR, зажимаем ее. Так, включилась колонна. Подходим ко второй колонне, тоже зажимаем PR. И зажимаем линк. Все. Вот на той колонне две кнопки горят, на этой одна. Значит, эта колонна у нас будет в качестве пассивной. Ну все, мы соединили две колонны. Взяли телефон, подключились по Bluetooth к устройству. Сейчас просто запускаем трек. Вот, значит, звук идет от одной колонны. Да-да-да, я знаю, что сейчас будет много негативных комментариев от свидетелей явления JBL. Также, скорее всего, будут писать опять про S90, усилок за 2 копейки. И вот я, кстати, тоже хотел всегда спросить, да, вот вы купили себе S90, когда пишете про активную акустику, вы сравниваете ее с пассивной, покупаете какой-то усилок. Кроме усилка у вас что-то должно вообще играть. Третий пункт вы забываете добавлять. И смысл писать про пассивную акустику, когда
Мы активно торгуем, мы пассивной акустикой не торгуем. JBL, смотрите, JBL Party Box 1000. Стоит она вот, ну, в районе там 60 тысяч рублей. Две звуковых колонны примерно так же будут стоить. Сейчас включим JBL, одну за 60 тысяч рублей, и протестируем с электроникой MRC-15. Вот за 60 тысяч рублей даже у вас там еще и денег останется 4 тысячи. Разница между вот покупкой, да? Давайте послушаем. Включим JBL и потом прибавим громкости на RC-15. И посмотрим, будет ли слышно JBL. Чтобы свидетели пришествия JBL мне не писали, что там не до конца громкость, еще что-то там. А вот вы увидите на динамиках, как прибавляется громкость. Включаем музыку. Прибавляем на свет. Сейчас JBL слышно, прибавляем. JBL было только видно. Ну, ребят, всем, кто топил за JBL, посвящается. Давайте для чистоты эксперимента. Я подключу не две колонны, а одну. Одну я сейчас отключаю. Чтобы вам было видно, вот я отключил. Прибавляем звук на JBL. Сейчас звук идет с петлички. Я когда сравняю с камерой, я петлю выдерну, и будет чистое звучание слышно. Прибавляю максимум JBL. Кстати, да, я знаю, что любители JBL будут тоже. Вот, я надеюсь, отсюда видно. Вот сейчас бас-буст погас. Один раз. Второй раз. Два раза. Максимальный бас-буст. Прибавляю громкость. Максимум. Прибавляем. JBL слышно? А так не слышно? Ну вот так вот, такой вот эксперимент, ребят. Подключаю вторую колонну. Ну что закрепим? Одна колонна за 28 тысяч рублей по звуку и басу делает. Party Box 1000 за 60 тысяч рублей. Две колонны, ну это вообще там... Даже меня звуком сносит. Это уже студийное для сцены, для дискотеки, для большой беседки, для частного дома. Это будет очень круто, очень весело. Значит, вот это дело мы сейчас уберем. В
включим две колонны, насладимся лазерным шоу. Все лазеры, дым-машины, звуковые колонны, которых осталось немного по такой скидке, можно заказать у нас на сайте leader-nm.ru. Ссылки будут все в описании. Также можете у нас их заказать по телефонам, по WhatsApp, по Viber, которые всплывают контакты на экране. Ну что, давайте приступим. Ребят, ну что, звуковые колонны у нас соединены, я их не разъединял. Сейчас погасим свет, и из обычного офиса будет дискотечный танцпол. Сделаем, напускаем дыма, посмотрим, как это в комбо будет смотреться. При свете запускаю диоды лазера. Вот все так вот круто выглядит. Давайте напускаю немножко дыма. Дым-машина, жидкости для дым-машины, все у нас на сайте продается. Так, все, машинка наработалась, небольшой перерывчик, она нагреется и заново можно будет включать. Гасим свет, включаем музыку. Вот такая крутая проекция. Даже без музыки. Включаем ту же композицию. Нереально крутое шоу. Go!
ребят, нереально тут на дымире. Вот такой классный у нас сегодня эксперимент. Мы JBL проверили, PartyBox 1000. Обе колонки соединили без проводов. Колонка одна штука стоит 28 тысяч рублей со скидкой 6 тысяч рублей. Раньше старая цена 34 тысячи рублей. Подведем итоги. Корпус из цельного листа фанера 10 мм. 8 динамиков. Штанга. Динамик сабвуфера 15 дюймов. 37,5 сантиметров. Все качественное. Очень крутое звучание, насыщенное. Это студийное хорошее оборудование. Аналоги от каких-то там брендов, да, они там по 140 тысяч стоят за одну колонну. Здесь вы за 56 тысяч рублей получаете комплект из двух колонн. Они могут по отдельности работать. Можно их соединить между собой без проводов. И также в качестве саундбара использовать. Вот эту штангу убираете. Динамики под телевизор, сабвуфер на полу. Все будет классно, любое кино даже будет с эффектами смотреть приятно, как домашний кинотеатр. Ссылки на колонки оставлю в описании. Свет у нас есть, дым есть, музыка есть. Новый год у вас получится, заказывайте, пока есть скидки. Если не подписано, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ребят, пишите в комментариях, какие колонки еще хотите послушать. Всем пока!